Администрация Красногвардейского района проверила объекты, на которых ведется ремонт. Среди них и те адреса, по которым давал указания временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Команда «Кайнсайдер» тоже решила проследить, как обстоят дела и на каких стадиях строительства. И что еще предстоит сделать? А начали мы с долгожданного стадиона «Арена». Сейчас примерно середина выполнения работ. В данный момент происходит демонтаж футбольного поля старого покрытия, демонтаж дренажа футбольного поля, демонтаж фасада здания и выполнен полный демонтаж внутренних перегородок. Сейчас в здании в самом установлены перегородки в соответствии с проектно-сметной документацией, где будут располагаться кабинеты и раздевалки для спортсменов. Также выполнены работы по подключению водоснабжения, находятся в стадии согласования. В июле работы должны быть закончены, а уже чуть позже состоится торжественная церемония открытия. Так что уже с сентября юные спортсмены смогут продолжить свои тренировки. Сроки обещают закончить работы в детском саду номер 97. Там в данный момент меняют кровлю. Работы ведутся, имеют свою предысторию. Родительская общественность детского сада обратилась к Александру Дмитриевичу с просьбой помочь в ремонте кровли, на что глава администрации Разумишкин Евгений Николаевич, он сразу отреагировал, сказал, что детскому саду помогут, кровлю отремонтируют, и на сегодняшний момент у нас ведутся работы. Еще одним поручением главы стало открытием новой охте культурно-досуговых мест. Все они будут находиться в двух соседствующих зданиях. На проспекте Маршака появится библиотека КУБ и новый филиал культурно-досугового центра «Красногвардейский». Также неподалеку расположатся подростково-молодежные клубы. А в завершении объезда глава районной администрации Евгений Разумишкин проверил, как идут работы на территории школы-интерната имени Грота. В скором времени у воспитанников учебного заведения появится чудесный сад, где они смогут гулять на переменах. Елизавета Фролова, Ольга Казанцева, Борис Аксенов, Екатерина Тестова. Специально для «Кайнсайдер».